Всех приветствую. Кто смотрел мое прошлое видео, мы с вами успешно поохотились на рябчик. Сейчас же мы с вами выдвигаемся на уточку, на вечерний лед. Попробуем забраться в какие-нибудь коряжники, кустарники. Вот. Посмотрим, как утка будет вести себя. Время у нас уже остается совсем чуть-чуть, полчаса где-то, как раз я доеду, и мы с вами поохотимся. Все, подписочку, все дела, переходите в группу мою ВКонтакте, там я тоже выкладываю видосы, вот, также в Телеграме и на Рутуб. Потихоньку прокачиваем, раскачиваем его. Платформа, конечно, не очень, но что делать? Ладно, все, увидимся уже на месте, я думаю. А может, по пути нам попадутся уточки на каналах. Мелело, видно ее. Дурочка. Ну что, прибыли на предполагаемое наше место охоты. Сейчас собираемся. Вейдерсы, шмейдерсы, патроны, фонарики. И вот там вот будем заходить. Где-то в районе вот той березки, напротив нее. Ну, чуть правее. Мы с вами и разместимся. Сейчас поменяем батарейки в Махал Махалыче. Вот. Утка крякает там, блин. Сидит где-то. Скорее всего, он в том камыше. Там очень густой камыш. Тут пореже. Посмотрим, насколько мы зайдем. Лодку качать не хочу сегодня. Сегодня у нас так вот на лайт. Парочку возьмем. И на том спасибо. Нам пока не нужен. Убираем. Убираем. Поднять надо флиску. Термоков там. Нормально. Так. Вот так она выглядит. Это ж вечером попрохладнее. Okay.
Я даже подожду. Так, тапки на место. Сейчас еще Михаил Михайлович надо достать эти. Все хорошо, все удобно, но каждый раз, конечно, одеваться, раздеваться. Раньше болотники были, сунул и пошел, а сейчас нет, нужно ботинки надеть, все заправить, зацепить, чтобы хорошо никуда не уехал. Рюкзак. Такой вот. Синенький, правда. На 40 литров. Зеленый. Я дома забыл. Сейчас покажу. Тут есть под телефон штукенция сразу. Такие кармашки, лямки такие. Сюда мы положим Михаила Михайловича. Обязательно документы, патроны, все дела.
вообще все. Работает. Все работает. Сюда. Это сюда. Пульт. Тормашек. Здесь есть хороший тормашек. Туда же положить. Вот тоже туда. Сейчас возьму поменьше на 30 литров. Вот. Что я забыл? Потому что же это будет уже. Друзья, пойдемте на чурочку. Где? Нарядимся. Пока идем. Раз. Семерочку 32 грамма. Русский охотник. Вот. И метров 200 мне здесь до этого плеса. Условно плеса, конечно. Оп. Ну, пойдем.
Вальшно полетел. Это уже дело. Просрал я его как-то. Ой, простите за мой французский. Проспал. Здесь рябчик есть, конечно. Попадается. Но рябчика мы сегодня уже добыли. Сейчас гону лосища. Вечером, возможно, мы с вами, может быть, и услышим. Так. Тропинка хорошая, тут посмотрим. Доведет она меня до места или нет. Он там заранее снарядился. Только кто знал, что будет дичь. Ладно, все, идем. Конечно, туда добраться. Ну, не знаю. Может быть, голова поперечная. Конечно, можно там встать. Не, пойдем туда. Махал-махал, сейчас собрал. Думаю, куда его воткнуть? Так, а что, к камышку встать? Поближе. Поближе к камышку. Подобраться-то. Ну вот, установили. Сейчас, наверное, я думаю, вот под этот камыш или вот сюда вот встанем, чтобы туда на светлую, на воду стрелять, чтобы можно было потом найти, достать. Все. Пусть работает Махал Махалыч. Махал Махалыч, я не знаю, привычка у меня такая называть. Фух, так, ты сидишь? Кстати, пожиже. Бревна, всякие палки. Ухо тут нормально. И здесь хорошо стрелял. Называется линза, скорее всего, открыта. Пойдем. Уже надо готовиться к вечерочке.
кочергу камуфляжную, которая защищает нас от жары, но не от дождя, как многие думают. От экипировки так мания, просто кайфую. Реально. Так. Вот сюда. Пусть пока сюда. Уже две ногу сюда. И пойдем на место. Упаковываться станем. Вот так. Почти готов. Перчатки. Манки наружу. Сколько у нас там времени? Показывает наш телефон. Телефонер. Так, 19:07. Но у нас еще есть время. Немного. Ручку можно поработать. Ha ha ha.
Посмотреть, подранок или нет. Светит, ой-ой-ой. Давно я здесь не стоял. Здесь стояли. Правда, тут всплывали на лодках. Ручки начинают откликаться тоже.
засыл. Вальш наплетел. Сейчас станет летает. Бичерка. Была интересная, утки много, но не добыли ни одной. Утки действительно много было. Ладно. Включаемся, может еще что прилетит.